Друзья, всем привет. Покупка в Биме 21 сегодня. Смочек 629. Так, воды полторушек, 7 штук. Кефир. Вот этот кефир бывает похоже иногда на ряженку. Сейчас очень вкусный. Одна бутылка. Чеснок 165 лир кило, по-моему. Кефир где-то от 35 до 40, точно не помню. Какое-то миндальное молочко 15 лир. 26 лир со скидками. Это сыром сегодня. Сосиски 100 лет не ел, таких вообще не ел. Такие с виду довольно симпатичные, они куриные. Здесь их довольно много, они тоже по акции. 75 лир всего стоит. Вот это большая еще упаковка. Большое кило здесь. Кажется, еще больше. 75 или 76 лир она стоит. Два хлеба ржаных. Это ржаной хлеб. Два штуки. Помидоры 36, по-моему, за кило. 65 штук. Дальше. Гвоздь покупки. Масло, друзья. 300 лир. Цена литр масла оливковое. Экстра вирджин натуральное. 300 лир. 299, по-моему. Это, конечно, жесть. Еще масло по этим ценам не покупал уже почти, ну не почти год, но больше чем полгода не покупал масло оливковое. Три штучки пакетики и 37 лир бумажное полотенце. Так, 629 лир сумма покупки. Как бы особо тут я бы не сказал бы, что много. Ну масло понятно, что полценник. Еще раз вот на паузу можете ставить и посмотреть цены точно. Бимчик, Аланя.